приветствуем, с вами Fork News. Разработчики смарт-контрактов Tezos будут использовать Oracle Chainlink для получения данных из внешних источников. Благодаря Chainlink ключевые данные вне блокчейна Tezos могут использоваться в приложениях на его основе, чтобы расширить экосистему для разработки децентрализованных приложений нового поколения. Интеграцией займутся две команды разработчиков Tezos – Smart Chain Arena, разработавшая язык программирования SmartPi, и Cryptonomic. В сети Chainlink действует 30 независимых операторов узлов. Многие из них являются валидаторами Tezos, и это поможет упростить интеграцию. Tezos может задействовать Oracle в Chainlink в стейблкоинах, сервисах кредитования, страхования и производных инструментов. Также разработчики Tezos уже приступили к созданию стейблкоина USDTES. На сегодня это все. Поздравляем вас с майскими праздниками и хороших вам выходных. До новых встреч!